За что и за какие услуги мы платим? С помощью приложения BA Clients вы можете узнать это с легкостью. Вам достаточно зайти в приложение BA Clients и выбрать вкладку «Тарифы». Мы разделили расходы на содержание дома следующим образом. Техническое обслуживание. Здесь мы делаем все, что нужно для бесперебойной работы инженерных систем. Также это зарплаты сантехников, электриков и различных инженеров. Дополнительные расходы включают в себя запчасти и ремонт оборудования при необходимости. Следующая статья расходов тратится на то, что радует ваши глаза, когда вы заходите на территорию вашего дома, а именно содержание двора. В эту статью затрат входят снегоуборочные машины, аппараты высокого давления, ну и, конечно же, это зарплата дворников и уборщиков. Следующий пункт – это охрана по всей территории жилого комплекса, а именно зарплата охранников, средства связи и коммуникации, а также множество других мелких расходов. Следующий пункт – управление и диспетчерское обслуживание, начисление платежей и ведение лицевых счетов. К услугам по управлению относят все, что связано с организацией работы управляющей компании. Это работа большой команды службы поддержки, где работают операторы, бухгалтеры и все остальные, кто готов вам помочь. Скачивайте приложение BA Clients и будьте в курсе последних обновлений.